Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вас приветствует программа «По святым местам». За этот год мы с вами побывали во многих храмах и монастырях, среди которых были монастыри и храмы Алапаевска и его окрестностей, где свою мученическую кончину приняла святая Елизавета Федоровна. Побывали на Воронежской земле, освященной трудами и подвигами святителя Митрофана и святителя Тихона Задонского. Заглянули в Карелию, где смогли увидеть старинные Муромский и Вожеозерский монастыри. И даже доехали до столицы Казахстана Астаны, в которой показали вам во всем его великолепии Успенский кафедральный собор. А сегодня программа «По святым местам» отправилась в путешествие по Свердловской области. Ведь порой, сами того не замечая, мы становимся не только современниками, но и свидетелями, и даже участниками самых настоящих исторических событий. Когда мы приезжаем в старинный храм или монастырь, нам рассказывают о времени его становления. Но часто от тех далеких лет у нас остались или письменные свидетельства очевидцев, или старинные фотографии. А сегодня у нас с вами есть возможность посмотреть, как же строится храм. Программа «По святым местам» приехала в поселок Левиха Кировградского района Свердловской области. Именно здесь продолжается возведение храма в честь Казанской иконы Божией Матери. У Казанской Божией Матери тихо теплятся огни. Жены, дочери и матери к ней приходят в эти дни. И цветы к ее подножию ставят с жаркой мольбой. Матерь Дева, силой Божией охрани ушедших в бой. Над врагом победу правую дай защитникам Руси. Дай сразиться им со славою и от смерти их спаси. Эти стихи поэт Сергей Городецкий написал в 1915 году. Тогда в разгаре была Первая мировая война, и вся Россия молилась об ушедших на фронт. Ведь Богородица через свой святой образ, явленный в городе Казани в 1579 году, не раз спасала Отечество от врагов. В народном ополчении именины Пожарского молились перед этим святым образом. С ним же после победы был совершен крестный ход. Даровав победу в период смутного времени, Богородица не оставила русского воинства и при Полтавской битве. Перед этим образом Петр I молился со своими солдатами и офицерами. А в 1812 году казанский образ Божией Матери осенял русских солдат, отразивших французское нашествие. Наверное, поэтому так много храмов по всей России и за ее пределами посвящено казанскому образу Пресвятой Богородицы. За этот год наша программа побывала в Воронежском и Екатеринбургском храмах Казанской иконы Божией Матери. В Петрозаводске увидела в церкви Сретения Господня икону, к которой притекает множество паломников, и по их молитвам она помогает всем нуждающимся. Вот в небольшом поселке Левиха начали строить храм, посвященный этому образу Царицы Небесной. Но до того, как стала работать строительная техника, место это осветил епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий. Благословляется камень сей окроплением воды священной сия, в непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Пока строители и местные жители, а последних здесь большинство, укладывают первые блоки будущей стены церкви, мы разговорились с инициаторами строительства. Потом в том году, да, ведь люди начали обращаться, что нам нужна своя церковь, что мы хотим, чтобы и отпевание проходило, как положено, и все. И поэтому, мы оказались с Владимиром Федоровичем в этом приходе, в попечительском совете. Вот все эти деньги, которые вложенные в храм, они все собраны с местных жителей, с пенсионеров в основном. Вот, 700 тысяч в прошлом году, 300 тысяч в этом году. Вот самая главная проблема – это финансирование. У нас нет спонсоров. Вот, сами что насобираем, то и делаем. И слава Богу, что хоть за этот год сделали фундамент и начали цокольный этаж. Как и в старые времена, когда храмы в глубинке возводились силами местных жителей, строят храм и в Левихе. Именно так назывался поселок до 1935 года. Затерянный в уральских лесах, он имеет славную трудовую историю.
Примерно 400 лет назад в этих местах были стойбища манси. Позже, когда на Урал стали переселяться киржаки-старообрядцы, они стали образовывать здесь свои поселения. Но именно в Лёвихе активная жизнь началась с геологических поисков. В 1892 году в журнале «Вестник золотопромышленности» была напечатана статья о находках самородной меди и торфа на реке Лёвиха. Через 20 лет были открыты сами месторождения, а в 1916-17 годах английскими специалистами была построена шахта, дом и два барака. И вот уже в 20-е годы получена первая руда, а затем, как по накатанной заводской узкоколейке, трудные военные годы, расцвет в середине 20 века и запустение 90-х. Сейчас по тихим улицам поселка ходят лишь немногочисленные местные жители, молодежь уезжает в крупные города. С пастбищ домой возвращаются коровы, говорят, даже медвежата по неопытности нет-нет, да заглянут кому-нибудь в огород. А это здание больницы, и как раз рядом с этим учреждением и возник в поселке приход. Было пустое здание, кабинет главного врача пустой. Люди нуждались, обратились ко мне верующие, что хотят, чтобы у них было место, где можно прийти, поставить свечки, помолиться. Значит, мы стали этим вопросом заниматься. И вот небольшой домик больничного городка преобразился. И крест появился на крыше, и лик Спасителя, Богородицы и Николая Чудотворца на торце здания, а внутри настоящий маленький храм с престолом, иконостасом и соборной молитвой. И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должников нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. В алтаре сейчас молится отец Павел, окормляющий прихода. Было сперва непривычно, потому что все-таки я вот до этого учился в семинарии, там как-то привыкаешь и к храмам, и к людям, и к пению особенному. Там нас регенский класс избаловал. Вот. А здесь приходилось как-то себя немножко перестраивать. И порой приходилось уже на самом деле оценить вот пение людей, которые уже находятся в возрасте и не имеют профессионального образования. Подай, Господи! И вместе с тем, как прихожане приобретают опыт участия в божественной литургии, появляются в храме и свои святыни. Есть людям, которые икона Матроны Московской особенно дорога. Есть иконы, у которых своя история. Например, нам люди приезжают со святых мест, привозят. Икона Казанской Божьей Матери. Она, хоть она не какая-то там старая, вековая, но тем не менее она наша святыня, мы молимся перед ней. В иконе Матушки Матроны есть частичка ее гроба, а эти иконы особенные, ведь их создавали дети. Эти иконки нам передали в молитвенный дар ребята, учащиеся воскресной школы города Верхнеевенска. Икона святителя Николая, преподобного Серафима Саровского и Матери Божией Умиления. Они нам очень дороги. Ребята разновозрастные классы. Очень дороги нам эти иконы, молимся из-за ребяток. Чувствуется эта намоленность, потому что ребятишки душу вложили. Мы, конечно, старались душой этот уголок лелеять и лелеем. Любят прихожане очень редкий образ под названием «Мария Трилетствующая». В литературе можно найти сведения, что сама икона находится в Свято-Троицком германском женском монастыре на Украине. Название иконы обозначает возраст изображенной Богородицы по аналогии с третьей песнью второго канона праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, где поется «Трилетствующая телом и многолетствующая духом». Я даже слышать не слышала о такой иконе раньше. И мне женщина на кассе предложила, у нас есть редкая икона. И мне когда так на душу запала, она там изображена маленькой девочкой. А этот образ нарисовал местный художник Валерий Кабанец, чтобы частичка его труда и молитвы была с Лёвихинским приходом. С 2000 года здесь звучит молитва, и, как в шутку говорят лёвихинцы, с доброй зависти к другим храмам в таких же поселках начали они созидать свой. Без церковных таинств нам спасения нет, без исповеди, без причастия. На любом месте, это идет от искренности, наверное, человека, от его души, от чистоты сердца, помыслов. Когда мы этот храм созидали, очень хочется, конечно, вспомнить всех наших
прихожан, потому что уже добрые 2/3 прихода уже в мире ином находятся. И вот отрадно вот от того, что понимаешь, пусть и не в мире ином, но чувствуешь, что все равно вы вместе. Так что на все воля Божья. Где бы человек ни был, молитва, она соединяет, объединяет. И Господь, Он как помощник, покровитель, заступник, Он всегда с нами. Даже если нет сил, Он нас на руках несет. Ездят лёвихинцы и по святым местам, в Дивеево, Верхотурье, но по-особенному им дорог вот этот маленький домик, затерянный где-то в уральской глубинке. Я никак не могу бросить свой храм. Даже он мало у нас, приход, но я не могу в другую ехать, там куда-то бросать все и уезжать. Образ Казанской иконы Пресвятой Богородицы по типу относится к иконам Адигитрия, путеводительница. И действительно, она не раз указывала нашим соотечественникам верный путь. А всегда ценят те святыни, которые берегали не раз русский народ. Там Казанская икона Божьей Матери, Владимирская, там, Тихвинская. Вот это такие, вот, скажем так, столпы. Вот. Божья Матерь-то она одна, вот, но она... настолько любит русский народ, да, что вот ее вот эта любовь она проистекает, проявляется в различных чудесах. И вот в связи с этими чудесами, что мы называем там Почаевская, Тихвинская, Казанская. Казанская икона просто она традиционно любимая всем нашим народом, потому что вот эта любовь Пречистая, она как бы подтверждается спустя даже столетия. Казалось бы, там уже и русский народ от святости к низости, такие вот взлеты и падения у него, да, в духовной жизни. А тем не менее, Божья Матерь всегда свою твердую поддержку и помощь она всегда оказывает нам. От этого и любит. На кресте твой сын единственный за любовь свою страдал, и его глагол таинственный к этим битвам Русь позвал. У Казанской Божией Матери дивно светил вечный взгляд, жены, дочери и матери перед ней с мольбой стоят. Поэт Сергей Городецкий, стихотворение «Казанской иконе Божией Матери».